Здравствуйте, друзья, с вами Декарт, и мы снова находимся с нашим порнушечным Соником в одной комнате. Вы посмотрите только на это, блин, безобразие. И давайте сразу начнем. Это Sonic Dreams Collection, мы тут смотрим пасхалочки, секретики. И я сейчас вам буду показывать первую пасхалочку, первый секретик, который, в принципе, можно было посмотреть уже в прошлой серии, но я этого не сделал. Значит, смотрите, во-первых, тут есть субтитры, которые я тогда не понимал, что с ними делать. Делается это вот так, сюда один субтитр. Сюда вот, я так понимаю, второй субтитр. Потому что тут написано, я возбужден, я одинок. Ну, по-моему, совершенно очевидно, кто тут среди всех вышеперечисленных ребят возбужден, а кто одинок, правильно? Вот он наш товарищ лежит, он определенно очень одинок, хотя взгляд у него вполне себе такой, знаете, довольный жизнью. Поэтому вот, первый секретик мы посмотрели, хотя это ни хрена не секретик, это просто то, что я не сделал в прошлой серии. Идем дальше, смотрите, следующая пасхалка заключается в том, что вот здесь вот у нас на грузовике нарисована как бы картинка из какой-то компьютерной игры. У меня такое ощущение, что я когда-то где-то вот эту компьютерную игру видел. Это, по-моему, какая-то очень старая игрушка. Там еще графика такая прям деревянная-деревянная. Если я ничего не путаю, я, может, и путаю. Вы пишите об этом, кстати, в комментариях. Старая игра, не старая. Но я, по-любому, такую игру когда-то видел. И вот она тут как бы прорекламирована, скажем так. По-видимому, фанат этой игры, это вот автор-разработчик этой игры. И он как бы решил вот так вот сделать дань уважения. Идем дальше. В отельном уровне, кстати, пасхалок я нашел вот в этом уровне реально дохренище. Тут их прям достаточно, тут их прям много. И, правда, к одной из них нужно бежать, блин, 1000 лет. Вот я сейчас тебе, вот ты говнюк, ты не мог еще куда-нибудь спрятаться, где-нибудь под землю зарыться, например. Я не знаю, взять огромный ковшик экскаваторный, вырыть огромнейшую просто там куда-нибудь вплоть до Китая себе яму. Че тебе надо, вот что тебе тут надо, а? 3, смотрите. Я люблю Тейлза, но я так стесняюсь. А вот это... Вот мне все понятно, только вот эта цифра 3, она к чему? Ну ладно, хорошо, подождите, вот этого я не понял. Окей, значит, смотрите, он любит Тейлза, но он очень стесняется, да, наш маленький яичный дружок. Ну, мы легко можем это исправить, на самом деле, исправить всю эту его проблему. Стесняется он или нет, а если яйцо не идет к Тейлзу, то Тейлз пойдет к яйцу. Все знают эту старую добрую народную поговорку, которую я придумал только что, правильно? Поэтому давайте возьмем сейчас Тейлза и притарабаним его к нашему маленькому яичному другу. Естественно, для этого нам нужно будет пилять просто туда-сюда вот так 2 раза. Вы это прекрасно понимаете, ну а куда деваться? Тейлз, слушай, тебе сейчас не будет одиноко, Тейлз. Я тебя к другу приведу, к твоему новому. Смотри, Тейлз, вот он, видите, как он радуется? Тейлз прямо в восторге. Ой, Тейлз прям в восторге от того, что ему предстоит. Тебе предстоит вот такое же веселье, как у Соника. Как у Соника с теми 3 девочками. Только у тебя с 1 яйцом. Ты доволен, Тейлз? Тейлз в восторге, наверное. Нет, честно говоря, сейчас, когда я это произнес вслух, я понимаю, что, наверное, я не бог весь какую услугу ему оказываю. Но, извини, тебя яйцо любит, яйцо тебя любит, и нужно тебя ему доставить. Оно очень хочет с тобой поговорить, давай. Оп, оп. Смотри, яичко-мен, смотри, какой довольный Тейлз тебе идет. Он прям очень хочет с тобой пообщаться тоже, давай. Моя мечта сбылась! И вот этот субтитр мы теперь тоже с вами можем. Не, ну мы как бы можем его перетащить. И в принципе можем его перетащить к кровати Соника. Туда тоже подходит, я думаю. Соник, который кувыркается с 3 девчонками, он тоже может сказать, моя мечта сбылась, скорее всего. Но мы как бы фильм не снимать не будем, ребят. Чувак, ты... Ты знаешь, это выглядит довольно жутко, это выглядит так, как будто ты его убил, зарезал и хочешь потом поразвлекаться с его останками. Моя мечта, это самое жуткое яйцо, которое я когда-либо видел. Зато смотрите, он выдает нам вот такое вот огненное сердечко. И мы с этим огненным сердечком можем шляться и, например, можем его, в принципе, наверное, я думаю, оно будет неплохо смотреться на кровати там у этих ребят, да? Огненное сердечко такое. Символ пылающей страсти, а чё бы нет? Ну, вообще, я вам так скажу, все это, конечно, надо использовать для того, чтобы снимать фильм. Ну, мы именно снимать фильм, знаете, снимать все эти кусочки, потом все это осматривать мы не будем. Мы чисто смотрим пасхалки. Снимать фильм какого-то особого смысла нет. Это нам никак не поможет. Но вообще, да, то есть нам даются дополнительные субтитры, нам даются дополнительный реквизит, вроде вот этого, да. Все ради того, чтобы мы могли как-то лучше сцены какие-то прорабатывать. Я не знаю, в принципе, может, когда-нибудь будет отдельная серия, где я постараюсь снять самое лучшее кино там какое-нибудь. Но вообще вряд ли. Я думаю, что это слишком много заморачиваться. Ну, в общем, вот так вот это выглядит. Вот эту сцену можно даже, знаете, заснять. Она эпичненькая.
Она и одинокая пустота лежит. Дальше, это еще не все. Это еще не все секреты. Секрет следующий. Нам нужно где-то здесь, вот я уже не помню где, найти, найти реквизит определенный. Найти небольшой предмет взаимодействия. Это, если я не ошибаюсь, то ли чашка, то ли стакан, то ли что-то в этом роде. Давайте-ка это попытаемся найти. А, возможно, кстати, что это вот, вот оно, да. Вот это вот, видите, вот тут вот стоит. Смотрите, берем и вот так вот прыгаем. Прыгаем вот при помощи этой штуки наверх и запрыгиваем вот сюда. Таким образом можно, в принципе, пропрыгивать в этой игре везде. И вот смотрите. Hex, have a great summer. Приятного лета. Hex это также, я так понимаю, есть слово hugs на английском, обнимашки. То есть тут идет игра слов вот в совокупности с этой аббревиатурой. Never forget prom 98. Никогда не забуду выпускной бал 98-го года. Все это тоже как бы субтитры, которые мы тоже можем подвести к рожам наших Соников, Тейлзов и Эми, и кого там еще, Салли может там с ним валяется, это я уже не помню. Значит, смотрите, идем дальше. Вот здесь вот тоже у нас какой-то субтитр. Субтитр у нас тут какой-то. Мы потрахались! Такой вот замечательный субтитр, ребят. И это мы тоже... можем. Кстати, эта фраза, она, в принципе, трактуется различным образом. Нам кабздец. Так можно тоже перевести. И вот в совокупности с этим огненным сердцем, которое подпаливает им пердаки, в принципе, можно и так сказать тоже. Опа, чувак, здорово. Давай-ка, расскажи-ка мне, что ты тут встал, объясни мне. Вот, неужели тут так весело а вы знаете... А этот товарищ, я вам должен отметить, вообще ничего не говорит. К нему, по идее, тоже можно подвести какой-то субтитр и, да, и так вот заснять на камеру, да. О, классно. Охренительный кадр, да, вот будет прям в тему вообще. Короче, это еще, конечно же, тоже не все, смотрите. Вот мы только что пропрыгали таким образом наверх. Можем еще пропрыгать вон туда. Берем, значит, с собой стакан. Кстати, можем еще, в принципе, но это чисто для красоты, запрыгнуть, наверное, на вывеску. Но это никакого смысла не даст. А вот если сюда прыгнуть, давай, оп, хорошо, вот так, видите, нормально получается, нормально, давай, не сдаемся, вот мы наверху, все, прекрасно. Birth control, контроль рождаемости, это да, это мы тоже прекрасно понимаем, куда всю эту красоту можно налепить. Эту красоту, это знаете, как можно налепить? Можно взять, поставить, например, сбоку от кровати Соника и его тусящих баб, поставить... Тейлза, например, и огненное сердце. И типа он с огненным сердцем пришел наблюдать за процессом, и он говорит: контроль рождаемости, не останавливаемся, продолжаем, ребят, что-нибудь в этом роде. Это тоже, по-моему, еще не все, потому что как минимум можно еще вон туда запрыгнуть, смотреть. Так, подождите, давайте-ка мы... Ага, вот на эту хрень попробуем. Я не знаю, будет там что-то или нет, но мы сейчас попытаемся, посмотрим. Да, вот конкретно в этом отельном уровне пасхалок, конечно, до хрена. Здесь уже ничего... Да, здесь уже ничего, судя по всему, нет. Ну и как бы, что еще? Вот, ребят. Вот этот секрет, когда я о нем узнал, он меня, конечно, поразил. Мы можем притянуть Луну. Притянуть к нам Луну. Посмотрите. Слушайте, долго же она притягивается, вы знаете. Притянуть Луну не так-то просто. А ведь какая могла бы быть романтическая сцена, вы знаете? Вытаскиваем Соника и вытаскиваем одну из его подружек на крышу. И говорим, если ты хочешь, дорогая, я притяну тебе Луну. И делаем это, и снимаем это на камеру. Это будет шикарный момент, кстати. Фильм «Брюс всемогущий» просто отдохнет. Значит, смотрите, вот мы... Давайте, подгоняем... Тихо. Здесь, кстати говоря, где-то есть такая пипочка. Пипочка на Луне. Да давай быстрее. Пипочка, говорю, на Луне такая есть, да? Где она находится? Она где-то по-любому. Я видел ее даже, когда сейчас притягивал. Опа! Так, смотрите, нащупал. Нашел. Вон она, пипочка. Это не пипочка, это Эгги. Это маленький Эггман стоит. Ну-ка, давайте сейчас... Блин, надо как-то попытаться до него добраться. Это довольно проблематично, вы знаете. Эту Луну прям так колбасит. Так, где там он? Ну, я его видел же только что. Ну, твою мать. Куда он спрятался? Он что, по ней бегает, что ли, по поверхности? Нету и все. О, во! Смотрите, нашли. Нашли, говорю! Нашли, дружка! А ну, слышь, куда? Куда? Куда ее несет? Почему Луна... Луна меня не слушается, смотрите. Ну вот он, короче, стоит, наш Эггман маленький. Так, давайте-ка. По-моему, можно проникнуть внутрь, я так понимаю, потому что зеленое какое-то говно. Так, тихо. О, гляньте-ка. Во-во, опять. Что там за дерьмище? Тихо. Сейчас пытаемся. А ну, давайте мы, знаете, что сделаем? Давайте мы с ней прыгнем вниз.
Вот так вот. Притянем Луну по полной программе. Прямо вот к грузовику. Ха, смотрите, я Луной перевернул грузовик. Вот это шикарно. Может, там под грузовиком еще субтитр бы валялся. Это было бы неплохо, кстати. Но нет, этого нету. И тут, смотрите, мне постоянно вот-вот удается. Тихо. Что-то зеленое внутри, но я никак не могу посмотреть. Оно не смотрится. Не смотрится оно, это говно. Совершенно. Бесплатный урок астрономии. Оказывается, изнутри Луна состоит из какого-то зеленого дерьмища, которое шипит. Вот так вот. И на этом все. На этом конкретно вот в данном вот уровне заканчиваются у нас секреты и пасхалки. Давайте доснимаем наш потрясающий просто фильм. Гениальный, великолепный. И фильм у нас закончен, и мы направляемся к выходу. Выход он у нас, собственно, вон там. Ну вот такие были секреты отельного уровня игры Sonic Dreams Collection. Я вообще в рамках этой серии планировал записать еще один, следующий уровень, и секреты по нему. Думал, что прям зайду и найду, но это не так-то просто. Не, реально, найти секреты к этой игре не так-то просто, это нужно повозиться. У меня там немножко не получается, поэтому продолжу уже как-нибудь потом, в следующий раз, не знаю, один уровень или два сразу, посмотрим. В любом случае, спешить нам абсолютно некуда, а пока что давайте на этом останавливаться. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, жмите поделиться, рассказывайте друзьям, вступайте в группу ВК, ссылка внизу в описании, и все на этом. Всем счастливо, всем удачи, всем пока.